Сказка своя. В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь с тремя дочерьми. Вот все, уезжай я, дочери, в 3-9 королевство. Что привезти тебе, дочь моя старшая? Батюшка, привези мне огромный пирог со сгущенкой. Что привезти тебе, дочь моя средняя? А мне привези 20 гамбургеров и картошку фри. Что привезти тебе, дочь моя, прости господи, младшенькая Настенька? Батюшка, пожалуйста, не привози мне ничего. Я и так у них все отберу. Чтоб не оставались вы одни, дочери мои, привез я вам принцев из других государств. Запускайте в них свои стрелы амурные, выбирайте себе принца. Ай, какой ловкий принц попался! Раз и сразу стрелу поймал. Молодец, давай сюда. Запускай стрелу, дочь моя средняя. Ай, тоже какой ловкий принц попался. Ну ничего, почти. Запускай стрелу, дочь моя, прости господи, младшенькая. Ай, тоже какой ловкий принц попался. Ну, молодец, ничего, почти получилось. Ну все, идите к своим принцам, а я поехал. Иванушка, подожди меня здесь чуть-чуть, я скоро буду. Хорошо. Никуда не уходи. Во-во-во! Воу, парень! Вашей маме невестка не нужна? Нет. А тебе кто-нибудь говорил, что ты очень красивый? Нет. Ты очень красивый. А давай познакомимся. Меня Карина зовут. Такой красивый и такой неразговорчивый. Я вообще свою девушку жду. Ну давай вместе подождем. Я никуда не спешу. Что-то не идет твоя девушка. Наверное, забыла про тебя. Я про такой красавец никогда б не забыла. Девушка, отстаньте от меня, я не буду с вами знакомиться. Ай, дерзкий какой, да? Что-то мне не хочется тебя здесь одного оставлять. Поехали-ка со мной, прокатимся. Иванушка, а где же мой Иванушка, где же мой царевич? И пошла царевна искать своего Ивана. Ходила-ходила, искала-искала, пока не набрела на логово злодейки. Да у нее тут охрана, мы сейчас я что-нибудь придумаю. Воу, Настенька, вот мы и встретились. Отдавай моего царевича, злодейка. Только через мой труп. У меня есть против тебя оружие. Эй, вообще-то так нечестно. А теперь я буду медленно тебя убивать. Представь, за тренировку отбирают права. Нет! Лады седан, не баклажан. Не баклажан! Приору сняли с производства. Приора! Настя! Иванушка! Так, подожди. А сколько сейчас времени? Без одной минуты полночь. Беги, Настенька, беги. Что же случилось, Иванушка? Дело в том, что в полночь я превращаюсь. Опа! Ага. Чикуля, мобилка есть, позвонить. У меня есть какая-то тайна. Я когда-нибудь ее разгадаю. Ну что ты хотел сказать в конце? Никто не придумывает сказки лучше, чем русский народ. И никто не переделывает их лучше, чем... Сборная молодежной столицы! Спасибо!